Написал стихи «Белая овца». Вадичка написал песню. Поэт не пишет. Поэт пишет стихи. Но написал ее поэт, а композитор написал музыку. Композитор со своей многобаксовой гитарой. Вот. Сейчас он будет на ней играть. Нам всем будет очень... Это же камушки, короче, в огородочку. Нет, это не камушки, Вадичка. Я тебя очень люблю. Сейчас будет великолепная песня. Вот. Сейчас мы как споем, все станет очень хорошо. Состав Вадик Агиев, значит, самый главный, вот такой вот весь, в рубашке. Самый главный, это моя многобаксовая гитара. В рубашке, похожей на вакуоле лука под микроскопом. Вот, пожалуйста, посмотрите, какая у меня рубашка. Лёшка, ну вот такой чёткий Лёшка. Слушайте, что я говорю, собственно говоря, давайте кто-нибудь скажет, что я плохой оратор. Паш, ты как насчет того, чтобы что-нибудь сказать? Паша ничего не хочет сказать. Вот Паша тоже великий композитор. Играть надо, не говорить. Великий композитор. Такой вот весь. Сидит за барабанами почему-то. Потому что очень хороший друг, но он сел за барабаны. Вот, и Женечка. Женечка вот он сидит. Тоже великолепно. Он все волнуется за свою... За свои... Как это? Соло-композиции. Да, соло-композиции. Все парус порезали. Но он зря волнуется, потому что довольно-таки все это придумал. А там сидит Кэт, у нее скоро день рождения. Вот я ее вообще поздравляю, я ее ужасно люблю. Вот и вообще, вообще ништяк какой-то. Сейчас я так уверена, немножко потом еще что-нибудь скажу. Я что-то уже мало, у меня особо не есть, еще не было. А Паша культурист сидит за барабаном. Паша ужасно похож на культуриста. Посмотрите на него. Паша, покажи мышцы. А глаза у него безумные алмазы. Вот, это его тело безумные алмазы. Еще один есть такой чувак, типа Кубилина. Но он тоже, когда он глаза выглубляет, так вот, и говорит, давайте что-нибудь сейчас сыграем. Вот, например, что там играет? У нашего Пашки вот на голове все, что есть, вот такие вот большие. Я его подарила путинской решетке, потому что никого не было. А сегодня его уже не было. Там есть листья его братья-близнецы, листья платана, веления. Там еще два или три осталось, можно будет через пути на них посмотреть.
внезапно спросила, нравятся ли вам мои цветы? Я сказала, я туда могу. Гонишь, что ли? Смущенно бросила какую-то канаву и честно поднял. Честно тебе скажу, гонишь, что ли? И понес. И она сказала... Несешь, да. А почему? Почему она нравится? Она сказала, я розы люблю. Она говорит, я тоже люблю розы. Вот. Нет, розы очень дорого стоят, а вот желтые цветы, я вчера нашла желтый цветок. Короче, надо играть. Он до сих пор пахнет, да. Такая печаль. Белая птица. Да, играем. Все. Хватит гулять. Почему? Почему? Почему?
честно думаю про это. Что, все готовы к себе? Молодец, ты его сделала? Должен лежать. Пустите.
Здорово, милитарь, Юлка! Рожденный полк? Крысь, смотри, дай себе. Сам ты такой. Жигулёв перепишем, да? Зигка. Можно Зигка? Вот сейчас кто-то пишет. Хайль Гитлер. Конечно, он же у нас загнает. Хай, в смысле? Вот, вот как, какой вот, что вот когда снимаешь, как... Рюмовки мало. Особенно Лёха. Лёх! Лёх! Где там баба? Варик, Вадик, зря вы все вино выпили. Да как зря, я вообще ехал. Надо было на ПГМ стать. Понимаешь, тебе был зрение, как Юля! 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 Thank you.
ветеран, блядь. Даже не может на себе представить. Thank you.
порешаем, а хули с ней толку?